Так, ну здорово, буду вот так вот сидеть, короче, вот так вот на расслабоне. Меня зовут Сашка, князь, подписывайся, там лайки ставь на канал. Короче, нахожусь на аккаунте девушки, зовут ее Света. Ник, конечно, Афоня. Я не знаю, как так получилось, вот сами можете сделать догадки в комментариях. Не знаю, кого здесь нужно выбить. Знаю только, что девушка находится в гильдии Винер. Битва гильдии в ней обязательно. И обязательно быть в беседе. Да. А далее. 56 тысяч самоцветов. А, и да, не забудь лайк поставить. А то я знаю, если я ни хера не скажу, хрен кто чего поставит. И подписаться, блядь, не забудь. Сука, вычислю по IP. Найду тебя. И насру тебя под дверь. Вот так вот, понял? Ладно. Так, открываем яичко. Вот будет то же самое, что с этим яйцом, если лайк не поставишь и не подпишешься. Еще колокольчик. Ладно, так, окей. Короче, слушай, судя по Вальтору, аккаунт у нас донатный, испорчен донатом. 113 тысяч самов, 56 тысяч тут лежит. Да? Давайте-ка попробуем выбить недостающих. Тут огромнейшее количество ништяков, которые мы будем открывать, да? Это уже отдельно лайк. Ой, ёптер. Ух ты, ё. Ё. Вот смотри, 27 мешков. Я считаю их беспонтовыми. Я считаю, что отсюда мы не поймаем, скажем так. Ну, я уже молчу про Феникса. Мы даже здесь скин не соберем, скорее всего. Потому что жесткий, скажем так, идет обман от рандома. Но тем не менее, ладно, давай. Аккаунт. Фрея есть, вражи есть, причем с топовым талантом, да? Вот типусечки. Какой вражечек красивый. Жена так, Фрея, как бы Феникса никого не вижу. Вроде героев много, но что-то особо. Ну, Бугимена, Феникса на таких. Не видно, да? Вражей видно. Слушай, даже Анубиса не видно, походу, да? Если не ошибаюсь. Слушай, жестко, ну пошли ролить. Сейчас кого-нибудь да выбьем, я думаю. Должны? У меня кресло назад. Можно еще вот так вот ролить. А видите, с креслом какая попа? Оно уходит назад. Леди Лео, ниндзя. Медуза была. Дракос. Рогатка, вот, ну, точно недостающий герой, не знаю, нужен будет здесь или нет, но, тем не менее, поздравляю Свету с рогаткой. Давай-ка, ну-ка, что там? Рандом! Ладно, давай я прямо сяду, я еще могу вот так вот прятаться. Да чё, а что и будет, если вот так вот ролить? Роллинг без головы. Триант. Асура! Кстати говоря, который, возможно, на аккаунте не было. Слушай, ну я, по крайней мере, не вижу. Даже если она есть, ее не было. Я молодец, я выбил недостающую Легу. Всем понятно? Все усвоили? Химера. Ну-ка, давай дальше. Малыш Ник. И ждем, не останавливаемся. Триант. Уже был, кстати, сегодня. Так, ну Асуру мы выбили, рогатку мы выбили. Но, как бы, мы еще далеки от идеала, я вам скажу, друзья. Давай. Ох, я уже изнемогаю, хочу ништяки открыть. Рыцарь тьмы. Оборотень, панда-разрушитель, тритон. Сердцеедка. Арес. Душегуб. Окей, давай дальше. Кристаллический эктоплазм. Князь Тыква. Влад Дракула. Афина. Не знаю, была не была. Бог грома рыцарь. Капитан Рогатка. Еще одна место нее мог выпасть Анубис. Но Анубис, блин, что бы там ни было, но Анубис до сих пор супер редкий герой. Но он редко падает. Афина еще одна. Вот на прошлом роллинге хозяин аккаунта хотел Афину, но он не выпал. А здесь вот две выпало. Смотри, какая жесткая судьба рандома. Давай! Так, ладно, усаживайся.
усаживайся поудобнее, сяду на другое полупопие, в надежде, что это поможет выбить Легу. Давай, давай, давай. Анубиса хочется. Королева Гарпий. Сердцеедка. Анубис! Да, сука. Вот это я считаю хорошо. Вот это я считаю замечательно. Вот это я поздравляю Свету. Дракос. Вот. Конечно, радует, подкупает, что у меня есть не только подписчики, но и подписчицы. Слушай, ну, блин, огонь вообще. Так, кого еще задать про это? Анубис. На вороже есть. А, давай Бугимена. Давай еще Бугимена и как бы нормально расходимся. Афина третья уже выпадает. Давай там еще Бугимена. Ну, череп. Князь тыква. Рыцарь. Ну, давай. Рандомчик. Купидон. А, давай 3000 оставим на то. А вот когда мы, короче, закончим с открытием ништяков. Но здесь ведь реально не было, да, Нубиса? А то вы ж меня знаете. Я могу смотреть прямо на него. Прямо на него и не увидеть. А, Феникса. Феникса хотели выбить, но пока не получается. Ладно, 3000. 3000 самоцветов. Ваши подарки. А, смотри, тут еще 200. Еще... Ну, короче, 5000 у нас остается. Так, ну, эту хурму мы просто открываем. Варлок и рыцарь. Давай эту тоже откроем хурму. И эту хурму откроем. Идем подряд. Так, эту хурму откроем. Отсюда что может выпасть? Слушай, седны я там не видел. Да? Да, я прозабыл. Вообще, блин, тут на самом деле много героев. Таких мастхевных нету. При том, что есть Арктика, Вальтор. Да, а вот как бы... Седны тоже не видно. Потому давайте кулачки свои сжали. Кулачки свои сжали. Надеемся получить седну. Давай сначала вот эта говнокарта откроется. Седна, кто здесь еще? Бигфута я тоже. Да там ты... Ладно, короче. Может и Бигфута нету. Афина, ну хватит уже сегодня падать. Седна! Да! Да-да-да. Слушай, ну все удачненько. Очень удачненько складывается. И Фрея еще выпала. Фрея, конечно, была, но тем не менее. Давай дальше. Сундук гильдии. А, давай дальше. Сундук гильдии еще. Так. Ну, тут седьмая ремка не может выпасть. Ну, давай-то сразу это все откроем. Пам! Я даже не знаю, удачно открыли, неудачно. Ну, блин, воодушевление могло бы выпасть. Было бы тогда прикольно. Да, вот эту хурму откроем. Такие расслабимся. И вот за 400 мешков, наверное, ни разу не выпадет 50 самоцветов. Смысл так было нерфить, короче, награды с шара, я не понимаю. Потому что, ну, это получается, ну, реально сущие копейки по ресурсам. О, даже зеленая слизь одна упала, о боже. О, вторая слизь упала зеленая. Еще это 4 слизи зеленые упали. Ну, и что, еще упадет? 100 мешков осталось. За почти 400. За почти 400 этих мешочков, да, конфетных коробок выпало только 4 слизи и ни одного набора по 50 самоцветов. Вот, тут уже мешок с 8 эмблемами. Так, что нам отсюда надо? Ну, наверное, кулачки. Может быть, исцеление для тыквы, если тыквы нет, если у тыквы нет исцеления. С чем здесь тыква? Да, слушай, исцеление тут бы было бы хорошо. Даже обрадуемся исцелению, потому что мы как бы сразу сможем... То есть тыкве можно будет самый такой топовый талант поставить. Ладно. Давай, идем сюда. Нет, не идем сюда. Идем на склад. Ваши подарки. Ну что, сразу, наверное, откроем, да? Ну давай сразу откроем. Ну-ка, кулаки, исцеление, красные камни тоже хорошо, синие камни. Но! Сука, а! Слушай, много красных камней упало, это классно. Но
Блин, 10 тысяч, ну такое себе. Ну, вот эти карточки, не знаю, здесь, если только Бигфута нету, попробовать его выбить. Нет, не выпал Бигфут. Я же закашлял. Неудачно, неудачно открыли. Ну тут, понятное дело, ждем порочный пакт и священный огонь. Священный огонь мы ждем даже больше. Полетели. Ну, да, есть один. Второй. Три, четыре священных огня выпало. Вот это прет, так прет. И порочные пакты. Слушай, ну тут так очень хорошо открыли. Я бы так хотел бы, чтобы у меня открылось на самом деле. Это очень, это прям огонь, ребят. Это прям вообще огонь. Ну посмотрим, соберем мы здесь скин на на Бугимена и на рогатку или нет. Я уже молчу про Феникса. Пятнадцать. За 27, вот реально, это просто какой-то обман. За 27, да, мешочков мы получили 15 осколков Феникса. 30 осколков скина на Бугимена. О, ну вот скин на рогатку собрали. Ну это такое себе. Ну, полная хурма. Полная. Давай здесь откроем. Ну-ка. Окей. Слушай, с камушком повезло. Ну давай тут сразу откроем. Но! Блин, ну вот что это? Вот просто жопная жопа, ребята. Вот жопная жопа. Этого ложного выпада даже талантами там у нее уже накопилась целая куча. Ничего толкового не выпало. Если только, не знаю, дар жизни кому-то ставить, эмблемы. Ну и раскол для архидемона. Такое себе. Что, мес фармится? Тут вообще смысла уже нету мерс с такими-то ресурсами. Давай! Окей. Ну и сундук лабиринта. Еще 5000 самов у нас, ребят. Так, допустим. Ну, я даже не знаю, как оценивать. Что-то удачно было, супер удачно, а с каких-то сундуков вообще, мягко говоря, не совсем классный результат был. Заклинательница, которая раз уже сегодня падает. Королева Гарпий. Давай там кого-нибудь топового, недостающего. Нет, нет. Слушай, ну что-то вы, главное, Анубиса выбили. Главное, там, кстати, священных огней наловили. Подожди, сколько там теперь священных огней-то? Ох ты, елки-палки, сколько тут. 5 священных огней. 7 порочных пактов. Ну реально, две крайности, туда-сюда. Ладно, друзья, на этом все. Кому понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, подписаться, там колокольчики, шмольчики, нажмите, поставьте галочки, чтобы уведомления всегда приходили. Вам пожелаю, как всегда, огромнейшей удачи. Хозяйки аккаунта, спасибо, удачки и всем пока.